1xBet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Второй, это злой гений теперь. Да, хлопка. Ну так получилось. А это еще банальная фраза. Нет, ну мы, Амкар, хорошая команда, с опытом сами играют. Вы видите, старались, бегали. С довольным вариантом. Нету так боязни, что после такого переноса... Нету. Это ничего страшного. Это никакой трагедии не произошло, это больно неприятно, но мы остальные матчи выиграем. Соберемся. С точки зрения отношения общественности к Локомотиву, что... Ну, это неприятный фон, но это просто говорит о том, что общественность видит везде заговоры, там где даже их нет, и просто на этом концентрируется. И, в общем-то, напрасно абсолютно. Все видели, мы просто создали хорошие условия для болельщиков, для игроков. Играют на естественном поле в присутствии большого количества поддерживающих людей. Мы ничего плохого для футбола не сделали. Поэтому нас напрасно абсолютно обвиняют в каких-то там неспортивных поведениях. Как лига изменила регламент со следующего сезона, объявили во время матча? Регламент они не могли изменить, они могли предложение внести. Ну, следующий сезон. Да. То есть это предложение будет рассматриваться, что можно со следующего сезона изменить. Это вот так правильно сказать. Ну, может быть, я не знаю. Пока мы не собирались, лига еще не собиралась, не обсуждала. Как оцените судейство сегодняшнего матча, учитывая оба пенальти? Ну, судейство я всегда не оцениваю. Судейство, видимо, было сложное, пенальти. По усмотрению судьи, я так понимаю, не видел контакт во первом, во втором случае. Что-то добавить. Другой бы судья не поставил, первый и второй, потому что судья один из них поставил, я не знаю. Нормально с нами не убили. Что с командой в втором тайме произошло? Мы сейчас разговаривали с тренером, что говорят, что произошло? Ну, все то же самое. Это обычный наш период после сборных. Мы разбалансированы, потеряли немножечко совместное взаимодействие. И сейчас мы его найдем, я думаю, восстановимся, придем в общем разминать. И, конечно, будет хорошо. Игорь Денисов, так понимаю, пропустит следующий матч. Игорь Денисов пропустит следующий матч, он сел на 3-желтую карточку с начала сезона. Как скажется на команде именно результат? Ну, он капитан команды, один из лидеров. Это решение негативно. У нас есть игроки, которые могут сыграть на его позиции. Есть опасения, что у Локомотива не может не хватить этого преимущества? Абсолютно нет. У нас нет никакого опасения. Это по-прежнему комфортное преимущество перед нашими преследователями. А вот вы сказали слово «заговор». Многие заранее скептики отдавали «Локомотиву» 3 очка. Ну, это говорит о том, что наш футбол жив, да, и их все... Пусть будет стыдно скептикам, которые, ну, видимо, не знаю, судят каким-то своим. Мы все говорим, это внимание, оно избыточное. Достаточно прозаичной теме. Грустно, что в Амкаре нет стадиона. Сейчас нет возможности сертифицировать среди стадиона, который я буду играть. Посочувствовать можно. А не пытаться их в чем-то увлечить, и нас тем более. Вы борт начали отращивать, это как-то связано с традицией НХЛ, например, люди не боятся. Давайте пропустим. Нет, не пропустим. Действительно, то, что «Зенит» интересовался Мирчуками, ну, как вы его себе представляете, в честь «Зенит» сезон? Это досужие разговоры. Спасибо большое.